приміщенні Дарницької районної адміністрації відбуваються заняття університету третього віку Дарницького району факультету здорового способу життя. Відбулось теоретичне заняття, присвячене використанню приладу Фролова. Лектор розповів про переваги дихальної гімнастики за допомогою приладу і порівняв її з технікою йогів – дао і цигун. Ну, давайте исходить из того, что вы не можете в течение дня контролировать дыхание. Вы его не контролируете. Но именно диафрагмальное дыхание, дыхание диафрагмы, брюшное дыхание, оно называется нижнее дыхание, это физиологически правильное дыхание. А мы с этим рождаемся. Но из-за того, что у нас появляются нагрузки, мы как-то тяжело нам бывает в силу тех или каких-то других условий. Поэтому сейчас, если у вас есть возможность, сидя, стоя, когда вы идете, вы вдруг вспомнили, что дышать надо диафрагмы, вы можете подключить и не спеша, медленно, спокойно идете и дышите диафрагмой. При этом вы можете удлинять выдох, а можете дышать как обычно. Единственное, что дыхательное движение будет у вас не грудной клеткой и плечами, а животиком. У нас есть пациенты более 90 лет, которых они дышат с удовольствием очень хорошо, очень длительно. Ну, если в 90 лет человек способен вести активный образ жизни, обрабатывать 15 соток огорода и при этом нормально себя чувствовать, я думаю, о чем-то это уже говорит, что дыхательный тренажер все-таки помогает человеку сохранить работоспособность. Про результати і способи використання приладу розповів менеджер товариства «Довгожитель», який використовує цей прилад кожного дня на протязі більше 5 років. І результати просто вражають. Дихательними гімнастиками йогою удивляються, ребята, ви що робите? Ви видихаєте грязь фізичну і енергетичну прибор, а потім назад тягнете її назад. Ну, ми спочатку сміялися над цим. Що там? Не может такого быть. Но после того, как я увидел грязь физическую, потому что энергетическую грязь, это информация о наших болезнях и прочей гадости, мы не можем увидеть. Но грязь физическую я увидел, когда мы работали на Черниговщине, а мы так, брали областной центр, районный центр, делали рекламу, читали лекции, там люди приобретали. И вот после второго круга, как мы скажем, проходил месяц-полтора, мы повторяли это дело. И в Прилуке, там на Черниговщине, мы приехали второй раз через полтора месяца. Ну и после лекции подходит дедушка с прибором, говорит, ну что такое? Начинал дышать, когда было так легко вроде, а сейчас так тяжело, так тяжело. Ну и показывает, я смотрю, да, тяжело. Я беру прибор, думаю, что такое? Открываю его, а там тина. Грязь. Я спрашиваю, когда последний раз мыли? А я же, говорит, как его первый раз заправил водичкой и не мыл. И вот эта грязь, которую выдыхает человек, она попадала туда, а потом человек снова ее тянул. Выдохнул. Вдох носом, а выдох через трубочку. Тогда идет полное... баланс кислорода і СО2. Викладачі факультету здорового способу життя професійно відповіли на всі запитання слухачів університету третього віку Дарницького району. Лекція була цікава і дуже сподобалась студентам. В клубі «Дарниця» відбулось заняття факультету здорового способу життя університету третього віку Дарницького району. Мы поспілкувалися с керівником та учасниками занять. Это будет методика американского ученого, исследователя Томаса Ханны. Он 12 лет именно вот эти упражнения практиковал. Он дает 8 уроков и в каждом уроке по 6 упражнений. Вот сегодня мы будем изучать первый урок, там, где будут 6 упражнений. Но моя методика заключается в том, чтобы сначала вот искусство...
это искусство не стареть, да, это Томас Хана, он уже дал это руководство, но я включаю и искусство видеть мир, для того, чтобы они имели возможность вот впитать энергии радости, счастья и излучить их в пространство для того, чтобы каждый день был наполнен именно этим. И, конечно, в каждом дне выбирать позитивную сторону жизни. Это очень важно. Доктор Бубновский, который в Москве находится, и в Киеве у нас имеется его центр, он утверждает, что все лечение всех позвоночных и суставов – это физические упражнения, основное. Так он называется, даже его терминология – кинезотерапия. И вот эти таблетки и тому подобное – это не помогает. Не помогают и всякие натирки. И еще что он трактует, что боль – это наш помощник. Если что-то болит, это дается сигнал. И нельзя принимать таблетки от обезболивания. И через боль преодолевать все болезни наши. Вот именно сейчас идет в таком направлении занятие. И еще сюда примешивается немножко и психологические настрои, и психологическая обработка, что делается вместе с физическими упражнениями, делается и мозг должен участвовать, позвоночник. Вот эти упражнения мы разрабатываем, и нам они очень помогают. Тетяна Казимир для программы «Сучасне життя».